Юрий Михайлович Антонов меня хотел найти. Он об этом говорил открыто, найти? Искренно. Зачем? Потому что он говорил: «Я поймаю этого негодяя Смэша!» И как бы... Типа за то, что ты без спроса взял его трек, да? Да. Вот камеди. Я прихожу, сажусь в зал, мотор. И я понимаю, что передо мной сидит Антонов и Куклачев. У них полная идиллия. Паша уже выходит на сцену. Я вот к нему, опережая события, говорю: «Брат, слушай, смотри, тут Антонов». Он говорит: «Да-да-да, Антонов». Я говорю: «Ты же знаешь». Он говорит: «Ну, конечно, я знаю. Он тебя же разыскивает». Я говорю: «Слушай, пожалуйста, Паша, ну ничего, как бы, не то самое, не говори, не подкалывай. Ты мне говоришь: Андрюшенька, дорогой мой друг, конечно, ну как я могу тебе, ну конечно нет, опустим эту тему, просто пообщаемся». Я говорю: «Вообще, как бы, пожалуйста». Значит, Паша начинает передачу. Первое, что он говорит: «Юрий Михайлович, здравствуйте. А, кстати, у нас для вас сюрприз. Обернитесь назад. Это DJ Smash вы искали, а мы вам его нашли».